Меня зовут Павел Лисицын, и я ведущий мероприятий. Начиная с 2009 года я проживаю в городе Санкт-Петербурге, куда приехал и поступил в Санкт-Петербургский горный университет. И с того же времени я работаю в индустрии шоу и праздников. Вы смотрите это видео, а значит, вы готовитесь к главному событию вашей жизни. А как известно, любое событие в первую очередь зависит от работы ведущего. Поэтому присаживайтесь поудобнее, делайте звук громче, и я вам расскажу о себе и своих мероприятиях. Главными своими особенностями я считаю: презентабельная внешность и завораживающий голос. При выборе ведущего многие сталкиваются с тем, что хотят найти человека с красивой внешностью и приятным голосом. И если порой кажется, что таких найти очень сложно, продолжайте смотреть это видео, вы его нашли. Великолепная импровизация. Так получилось, что природа наградила меня данным талантом. Но не стоит забывать о каждодневной работе по ее усовершенствованию. Отличное чувство юмора. На мероприятиях, проводимых мною, смеются даже те, кто не делает это в принципе. Умение не только говорить, но и слушать. Гости любого уровня и статуса чувствуют себя комфортно на каждом событии, где я являюсь ведущим. Многолетний опыт. Начиная с 2009 года, мною было проведено огромное количество событий во многих городах России. Для количества гостей от 8 до 1000. Скромные юбилейные вечера, масштабные корпоративные праздники известных компаний. Как уже было упомянуто ранее, я работаю во многих городах нашей страны и за ее пределами. Свадебные торжества, юбилеи, корпоративные вечера, тимбилдинги, кейс-чемпионаты, презентации – все это стало неотъемлемой частью моей жизни. Также являюсь основателем и резидентом широко известной ивент-группировки «Голливудичи», которую знают во всех городах нашей страны. Также вхожу в объединение лучших ведущих России по версии Top Showman, что не дает мне права стоять на месте, а ведет к развитию и самосовершенствованию. До встречи на вашем событии.